А зачем я этим занимаюсь? Не знаю. Но когда находишься за пределами скорости и в состоянии эту скорость контролировать, когда, в принципе, любая ошибка может привести к фатальным последствиям, но ты в состоянии управлять этим автомобилем, в состоянии контролировать то, что происходит с ним, с тобой, вокруг тебя. Наверное, это круто. Ягуар для меня это целая эпоха. Эпоха спортивных достижений, великих побед. Это люди, которые в этой марке всю свою жизнь прожили, отдали ее, в том числе и за эти автомобили. Но это Ягуар Экспириенс.